Другой скандал. И снова из-за выпада США разгорается в Германии. После того, как американский посол в Берлине разослал местным подрядчикам «Северного потока-2» письма с угрозами. В них Ричард Греннелл изложил, что Вашингтон крайне недоволен участием ФРГ в строительстве трубопровода, а потому оставляет за собой право ввести против Берлина санкции. В немецком медиа письма расценили как провокацию, а адресаты и вовсе обвинили Штаты в шантаже. Пока что ни те, ни другие Греннеллу не ответили. Да и не факт, что ответят, поскольку в Берлине американского посла не жалуют уже давно. Некогда глава социал-демократов Мартин Шульц за попытки вмешательства во внутренние дела Германии назвал Греннелла колониальным офицером.